блокчейн в Турции. Центральный банк Турции провел круглый стол для обсуждения и изучения технологии блокчейн. В группу входят Центральный банк, а также Совет по рынкам капитала, Агентство по банковскому регулированию и надзору и Управление казначейства, сообщает Узмакоин. Мустафа Окай, генеральный директор платежных систем Центрального банка, говорит, что данные учреждения не могут оставаться равнодушными к этой технологии, и добавил, что они не запрещают блокчейн.